станет солнце свет надеждой. Маленький член – это совсем ничего, что это ничего страшного, с кем не бывает, можно как-то компенсировать, как-то что-то изощренное сделать в постели, что женщина даже и не заметит. Так вот, маленький член – это в самом прямом смысле совсем ничего. И с этим уже как бы ничего не поделаешь, есть только определенные вмешательства, которые могут что-то с этим сделать. А так это действительно совсем ничего. Почему маленький член это действительно проблема? Потому что обычной среднестатистической женщине необходимо, чтобы у ее мужчины-партнера был член среднего размера или лучше чуть больше среднего. Не огромный, не маленький, чуть больше среднего, прекрасный вариант. Есть, конечно, единицы женщин, которые предпочитают что-то необъятное, что-то нереальное, которое непонятно куда можно только вставить. Все, есть и такие, но это единицы. Но абсолютно точно нет тех, которые бы сказали: я так рада, я так рада. Вот у меня 4 сантиметра, вот эти маленькие корнишончики, всю жизнь я искала вот именно это. И наконец-то я нашла. Таких женщин просто нет, их не существует. Потому что физиологические потребности не подразумевают вот такие вот маленькие размеры. Существует такое заблуждение, что секс